Доброго дня! В ефірі «Дебати Запоріжжя» – проєкт не політичного, а соціального спрямування, під час якого ми намагаємося знаходити рішення для важливих проблем регіону. І сьогодні в студії будемо обговорювати плюси та мінуси озеленення в Запоріжжі. У промисловому Запоріжжі проблема чистого повітря стоїть дуже гостро. Індустріальне місто потребує зелених насаджень. Їх висадкою, а також доглядом за ними, займається комунальне підприємство «Запоріжжзеленбуд». За статистикою, в Запоріжжі на кожного мешканця припадає 20,4 квадратних метра зелених насаджень, що у майже півтора рази більше, ніж потрібно згідно українських нормативів, і у 2,5 рази менше від запропонованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також слід згадати, що левова частка дерев росте на острові Хортиця – близько 1400 гектарів. Власне, Зеленбуд доглядає ті 400 гектарів зелених насаджень, які наявні у місті, у тому числі 7 парків та 63 сквери. На озеленення Запоріжжя щороку із міського бюджету виділяються великі, як для пересічного жителя, гроші. У 2016 році – 7 мільйонів гривень, у 2017 – більше 3, у 2018 – майже 6 мільйонів гривень. Діяльність Зеленбуду подекуди викликає нарікання мешканців Запоріжжя. Насамперед, критиці піддається так звана санітарна обрізка дерев, яка необхідна, враховуючи, що більшість зелених насаджень у Запоріжжі мають вік більше за 50 років. За словами активістів, після обрізки дерева, аби відновитися, потрібно не менше 10 років. Активісти кивають на Європу, де аналогічна процедура, за їх словами, проводиться у більш бережливий спосіб. Незважаючи на санітарну обрізку, у соцмережах можна побачити безліч фото сухих дерев, які ніхто прибирати не квапиться. До того ж, під час стихійного лиха, наприклад, негоди 25-26 липня 2018 року, мертві дерева або великі гілки починають падати на землю, псуючи майно громадян і навіть комунальний транспорт. Стосовно нових зелених насаджень, у Запоріжжі розроблено програму комплексного озеленення на 2019-2029 роки. Згідно з цією програмою, уже в найближчі роки в Запоріжжі з'явиться 10 нових офіційних загальноміських парків площею 80-50 гектарів. В районах міста буде додатково створено 150 гектарів зелених зон. Ці зелені зони вже знаходяться на етапі проєктування. До 2021 року в кожному районі міста мають бути побудовані комплекси для заправки поливочної техніки водою. Також у цей термін повинні завершити додаткове озеленення шкіл та дитсадків. До 2025 року на Зеленбуді будуть відновлені парники, теплиці та розсадники та завершена реконструкція дитячого ботанічного саду. А до 2029 року в місті всього означеного площі додаткового озеленення Запоріжжя повинна збільшитися ще на 1050 гектарів. Так що ж таке озеленення Запоріжжя? Хаос чи продумане планування? Сьогодні наші гості – Олексій Анохін, директор комунального підприємства «Зеленбуд», та Олексій Добряков, активіст, блогер, підприємець. А я нагадую нашим учасникам правила дебатів. Вони складаються з 3 раундів. Під час першого раунду ви заявляєте свою позицію, маєте по 2 хвилини. Під час другого раунду ви задаєте по 2 запитання кожен своєму опоненту. І під час третього раунду питання задаю я вам від імені редакторської групи. Отже, розпочнемо з вас, пане Анохін. За яким планом нині відбувається озеленення в місті Запоріжжя? Маєте 2 хвилини. Ну, на сьогоднішній день комунальним підприємствам небольшое змінення внесу, то, що говорилось тільки що. У нас не 300 гектар, а 756 гектар закріплені за підприємством по уходу. Уже в 2019 году, это даже с 2018 года, в 2 рази більше, ніж планувалось увеличение нашей площади по уходу. Также у нас на сегодняшний день 10 парков и 70 скверов, 2 из которых у нас на сегодняшний день с начала года на балансе. Это 2 больших парка, в которых будут реконструкции, ну, уже обновленный вид в них будет. На сегодняшний день предприятие осуществляет уходные работы по всей территории города за своими закрепленными территориями, которые определены обратно же тендером, потому что предприятие не прямого финансирования, а в коммерческих тендерах участвует и выиграет. То есть у нас есть департамент благоустройства, который определяет, что надо ухаживать и, как, и где, в каких территориях нам надо делать и какой уход нам нужен. Все это выводится на торги, и коммунальные предприятия участвуют в торгах для ухода за городом.
Вот. На сегодняшний день процедура расстроена таким путем. Также у нас, то, что уже говорили, только что по сюжету, о том, что планы большие. Да, у нас, грандиозные планы. Это благодаря, в первую очередь, тому, что не так давно был сделан генплан, которого не было очень много лет. И вот генплан был подписанный, и с этого генплана уже начался старт того, что нам надо изменять зеленую зону, увеличивать количество парковых зон, количество, где будут отдыхать люди. И с учетом того, что у нас индустриальный город, количество деревьев, чтобы гораздо больше их было. Да, с учетом Хортицы у нас это глобальный вариант того, что у нас Хортица самое такое сердце всего Запорожья, но и при этом новое формирование новых зеленых зон в каждом районе города, это уже предусмотрено до 2025 года. Вот. А уточніть, а згідно яких критеріїв обирають, де і які рослини саджати? На сьогоднішній день ми працюємо таким путем, що є території, які закріплені за підприємством. Я вже повторюсь, там, вулиці, в основному це муніципальні вулиці, тобто внутріквартальне підприємство не обслуговує, це обслуговують совсем другие предприятия. То есть многие еще путают, что внутри дворов мы что-то еще делаем. Мы там ничего не делаем, и мы не можем даже туда потратить те средства, которые выделены на предприятие для ухода там. На сегодняшний день идет, скажем так, где мы удаляем деревья, там идет и подсадка новых деревьев, формирование, либо это идет реконструкция всего, там, к примеру, как реконструкция проспекта Маяковского, да, там удалялись деревья, высаживалась полностью, была новая программа, по проекту высаживались новые деревья. Также есть в парках, скверах, где удаляются старые деревья, и взамен них высаживаются новые деревья. Примерно таким путем выбирается, где конкретно что будет высаживать. Также выбирается и порода дерева. То есть, если мы там, к примеру, по проспекту Соборному мы убираем липы, то и липы мы что же там и высаживаем. То есть, имеется в виду, там практически весь проспект в каштанах и в липах. Поэтому там выбирается таким путем. Зрозуміло. А уточніть стосовно квартальних дерев. Тобто підрядники, які виконують ці роботи, вони на власний розсуд саджають ті дерева. Чи це з кимось узгоджується, наприклад, з вами, як профільною організацією? Смотрите, ті дерева, що висаджує підприємство «Зеленстрой», мы это, конечно, обсуждаем с райадміністрацією, с департаментом, и мы это высаживаем, определяем, что конкретно, где это надо. То, что высаживают деревья другие организации, возможно, с нами они это иногда консультируют, просто консультируют, да. В основном они большую информацию берут с райадміністрації или там обращаются в департамент, либо тоже в экологию городскую, что можно высадить и где. Как правило, это обращаются общественные организации, которые хотят там высадить там какое-то количество деревьев, и где это можно высадить, в каком парке, в каком сквере, какие виды деревьев можно высадить. Дякую. А и уточнить останнє, які, на вашу думку, три основні проблеми Зеленбуду? Если проблемы предприятия или проблемы экологии в городе? Проблемы підприємства. Обратно же, большая площадь ухода – это проблематика, устарела техническая база. Это самая первая проблема нашего предприятия, которая не позволяет вовремя, своечасно делать тот уход, который бы хотелось бы всему предприятию. Да? То есть не всегда именно мы его делаем вовремя. То есть с опозданием какие-то элементы у нас получаются. Вот. Поэтому это первая и основная проблема. Вторая проблема – это, конечно же, кадры. К сожалению, на сегодняшний день больше потенциал всех кадров, как на нашем предприятии, на любом другом коммунальном предприятии по всей Украине, утек кадров в Европу. Поэтому на тему заработной платы у бюджетников и уходят. Это вот проблема кадры. В принципе, уже я бы отнесся к третьей проблеме, не такой большой, но все равно, это финансирование. Финансирование с учетом того, что мы понимаем, что бюджет у нас не резиновый, но хотелось нам, как для предприятия, нам, конечно, бы хотелось бы финансирование предприятия, чтобы можно было сделать гораздо больше интересных идей, больше высадить деревьев, да, гораздо больше финансирования для экологических программ и в том же самом уходом для города. Дякую. Пане Добрякове, можливо, ви маєте якесь зауваження до позиції? Добре, тоді маєте 2 хвилини для заявлення власної позиції. Які, на вашу думку, є основні недоліки з озеленням в місті Запоріжжя і чому вони виникли? Основна проблема – це
как бы множество сфер влияния на эти зеленые насаждения. Это касается не только коммунального предприятия Зеленбуд, а также вот этих вот частных там, владельцев домохозяйств, еще других коммунальных предприятий, которые влияют на эти зеленые насаждения. Да. Яркий пример – это парк Яланского, уничтоженный просто. И пока вообще непонятно, что там высаживается замест тех деревьев или не высаживается. Также непонятно, кто должен был следить за течение тех 10 лет до его уничтожения за этим парком. То есть парк как бы был отдан в аренду, но фактически там ничего не происходило, и никто за этим парком не следил, в результате чего арендодатель мог сказать, что вот это парк для бомжей и так дальше, да, и снести его подчистую. Также это касается и других парков и зеленых насаждений. Возьмем набережную, там, где, по-моему, тополя там росли на прибрежной территории. Тоже они чикнуты, одни карандаши от них остались. Та же самая ситуация, правобережный пляж, в котором сейчас идет реконструкция. Там тоже почикали деревья. То есть и обычному обывателю сложно выяснить, кто причину возникновения таких вот деревьев и такого поводжения с этими деревьями. Да? Также непонятна ситуация с однолетними растениями. Почему высаживаются однолетние растения, если на следующий год опять их надо высаживать заново? Почему сразу не посадить многолетние растения? Непонятна ситуация с поливом. Почему, вот, как вы сказали, надо эти поливальные машины заливать? Почему сразу капельный полив не ставить, если мы создаем с нуля сквер, как театральный, например? Там почему-то этот капельный полив не был внедрен. Но это как бы вопросы, которые касаются, скорее всего, департаментов, которые за это отвечают и пишут техзадания. А яке ваше ставлення до нинішнього хаотичного озеленення парку, ну, скверу імені Яланського? Після того, як вирубили дерева, там зараз активісти саджають купу. Ну, це чисто громадянське дійство, яке направлено как бы противовес відсутствию понятної якоїсь позиції місцевих властей по цьому поводу. Тобто люди просто приходять і саджають там в протест, ну, отчасти це протестне движення, да? В протест саджають там дерев'я проти застройки, против того отношения к паркам, которое у нас вот и в данном конкретном случае было проявлено местной властью. Але ж потім ці рослини виростуть, ці дерева великі, да? І це буде в центрі міста фактично без жодних узгоджень. Деревья сейчас находятся без жодних узгоджень, потому что у нас нет, ну это отдельный будет вопрос, у нас нет инвентаризации всех зеленых насаждений, да. Угу. Поэтому мы не знаем, где какое дерево растет, и узгоджено оно или сгоджено один Иисус знает, как бы, откуда там это дерево появилось, кто его посадил, имеет оно право на жизнь или нет. Скажіть, ви як активіст зверталися до керівництва Зеленбуду своїми пропозиціями, можливо, і яка була їх реакція? Ну, я не вважаю, що ми повинні обращатися напряму к Зеленбуду, тому що Зеленбуд, як вже було сказано, він виконує підрядні роботи, виграні на тендері. Да? Тобто вони діють в рамках прописаного тих завдання, які пише департамент. Тобто ми обращались в департамент і виходили на профільні комісії по екології, как бы, ну, реакції там як такової немає. Угу, зрозуміло. І останнє, які, на вашу думку, можливо, є такі проблеми, три конкретно в підприємстві Зеленбуд, які ви бачите зі сторони? Сложно сказать, потому что если коммунальное предприятие действует відповідно до технічного завдання і до виграного тендеру, то вопросов вообще у меня никаких нет. То есть те проблемы, которые были озвучены Алексеем прежде, это кадры, да, это проблема, скорее всего, мы все это понимаем. Техническая база также это проблема. Ну вот то, что я услышал, это я подтверждаю эту проблему. Зрозуміло, дякую. Пане Анохіне, можливо, у вас є якесь зауваження чи уточнення до позиції? Ну, у меня есть только лишь уточнение. Вот не так давно, где-то 16-го года, мы как начали только новую реконструкцию в городе вводить, это то, что касается полива. Мы начали везде внедрять, это первый был у нас сквер Площадь Героев. Вот начиная с Площади Героев, мы внедряем везде капельный полив и все это орошение. И в том плане, что в прошлом году мы открывали сквер Театральный, лично занимался поливом в плане разработки, там полив существует. Вот. Он уже сейчас на балансе, администрация передала на баланс его коммунального предприятия Зеленбуд. Мы ухаживаем за сквером и также будем его же поливать.
Также проспект Маяковского. Все четыре очереди полностью в проекте заложен полностью весь полив. Все три очереди уже смонтирован полив. Ну, четвертая очередь у нас сейчас вот, ну, работает, заканчивается, и там тоже будет полив. И также, в принципе, руководством города было сделано то, что все реконструкции, где у нас идет, везде закладывается полив. Он либо будет капельный, либо это будет технически в плане того, чтобы можно было подключить шлангу, то ли это будет орошение для цветов, то ли это капля, будет растянута капля под розы. То есть, ну, технически оно прорабатывается везде. Сейчас делается реконструкция в парке на Заводском районе, в парке 30 лет. Там тоже заложен полив. На сегодняшний день проводятся уже не работы, а проектирование большого парка. Это площадь Запорожская. Там тоже спланированный полив, и мы будем делать, потому что там он будет полностью питаться с Днепра, насосная станция тоже на коммунальном предприятии на балансе, и мы полностью возродим, как ранее там было, весь полив всего парка. То есть на сегодняшний день тенденция того, чтобы уйти от подорожания, то, что доставка воды машинами, максимально, где возможно подключиться технически, это все, ну, планируется это все делать. А разъясните ще детальніше, як співвідносяться плани по створенню баз для заправляння машин для поливу і створення в таких парках, скверах нових, саме такого, ну, смотрите, на сегодняшний день это мы понимаем, что без воды не вырастет ни одно зеленое насаждение, неважно, кто бы его посадил. Да? Без правильного ухода либо полива вообще ничего не выживет нормально. Поэтому, ну, у нас есть проблема. Проблема от заправочных станций вообще в городе. Вот у них на сегодняшний день у нас есть одна заправочная станция на Тюленина, на которой заправляются практически все коммунальные предприятия, плюс еще частные организации. Да? Это наша насосная станция, мы качаем воду из Днепра. Также есть на Кривой Бухте, она принадлежит предприятию «Мотор-Сич», мы тоже там у них заправляемся. Это то, что у нас по набережной. И есть еще одна на Леонова у нас, но она в данный момент, ну, в ремонте, насосная станция. То есть практически город поливают две насосные станции взагали на весь город. Это очень мало. Представьте себе плечо от улиц, ну, скажем, от строящих мостов, чтобы было понятно, да, и, на, к примеру, на пески поливать. Вот такое плечо транспортное, то есть, ну, реально много времени тратится, много тратится обратно же ресурсов для доставки воды. Поэтому и было, когда разрабатывался план о озеленении на много лет вперед, да, было нами предприятием внесено, чтобы мобильность работы коммунальных машин, неважно какого коммунального предприятия, то ли это будет ЭЛУАД заправляться и сливать воду, ну, убирать будет дороги, то ли это будет коммунальное предприятие «Зеленстрой» там поливать, то ли это там рядом парк коммунального предприятия «Титан» тоже там будет заправляться. Да? То есть в каждом районе города для мобильности размещения, да, и управления сделать такую заправочную станцию. Тобто всі зелені насадження в місті Запоріжжя, ну, неможливо підключити до крапельного цього зрошування. Ну, конечно, ну, это, во-первых, первый вопрос. Это очень дорого. Реально, мы понимаем, что на сегодняшний день это очень дорого. Второе, технической базы у нас нету, так называемой, как многие считают, что технической воды, да? То есть ее даже в системе нет. У нас в основном везде вода по всем трубам, даже в пожарных гидрантах, это все вода водоканала. Вот, то есть это вся система, которая у нас по городу разведена. То есть если рядом с парком есть возможность подключиться к воде, только это водоканал. Либо это вот разрабатываются обратно планы, чтобы с Днепра, рядом вот у нас сейчас идет реконструкция Вознесеновского парка, последняя там очередь, да, вот сейчас ведутся переговоры, технические расчеты, чтобы можно было этот весь парк запитать именно с Днепра. То есть здесь, ну, обратно его же поливать. Все, зрозуміло. Дякую. І на цьому ми завершуємо перший раунд наших дебатів. Другий раунд дебатів, де учасники задають питання один одному, по два запитання своєму опоненту. Пане Добрякове, розпочинаємо з вас. Ваше первое запитание, пан Анохин. Ну, вопрос основной – это инвентаризация зеленых насаждений. Скорее всего, его нет в плане до 2015 года. Если он есть или есть какие-то разговоры, о которых мы не знаем, мы не можем узнать, поведайте нам, пожалуйста. Потому что я считаю, бессмысленно разговаривать о том, ну, отчасти бессмысленно разговаривать о том, кто как поводится, если нет вот этой карты инвентаризации, непонятно, где какое дерево находится, как за ним следить, как поливать. И, ну, вот.
Розуміло. Пане Анохіну, 3 хвилини на відповідь. Дуже соглашусь з Олексієм на тему того, що на сьогоднішній день до сих пор не существує уже багато років інвентаризації зелених насаджень по місту Запоріжжя взагалі. Да? Сама по себе процедура не дешевая. Вот. Даже где-то в 2012 году были переговоры о том, чтобы начинать ее делать, но так и не смогли найти деньги в бюджете, потому что это, ну, очень больших сумм это стоит, это миллионы гривен, на это все надо выделить. На тот момент были более важные, как бы, процессы, куда можно было потратить эти деньги. На сегодняшнем этапе в той же программе «Зеленый город», да, есть одна из идей, как бы, ну, один из процессов того, чтобы надо в конце концов сделать инвентаризацию зеленых насаждений. Начиная ее с парков, как бы уже какой-то локации, да, там в парке пересчитали все деревья, посчитали, да, там тот же Дубовая роща, там есть парк, закрытая территория, посчитали, какие там деревья, какие сорта, что, куда, каких возраст. То есть начинают с этих моментов. Потом уходить на магистральные улицы, то есть каких там все равно начинать. Это процесс, я бы сказал, даже не одного года, и не трех, и не пяти. Это большой процесс, потому что реально всю территорию Запорожья рассмотреть, проинвентаризировать, знаете, пока мы с одной улицы дойдем до конца улицы, да, вначале же надо будет там что-то высаживать либо новое, либо удалять старое. То есть это процесс постоянный. Но этим надо заниматься. Не могу сказать на тему того, что заложены деньги в 2019 либо в 2020 году в бюджете будут заложены деньги на конкретно уже начало этой инвентаризации. Ну, здесь я не владею просто информацией про бюджет этот. Вот. Но разговоры вместе с департаментом инфраструктуры, вместе с экологией, мы об этом вели и настаивали на том, что надо это все начинать. Угу. Зауважение, будь ласка. У меня дополнение. Полностью согласен со всем, что было сказано. Это, как бы, с одной стороны, может стоить каких-то больших денег, которые в бюджете могут рассчитывать по политическим и иным мотивам, потратить на какие-то более важные вещи. Но я, например, был в Штатах 2 года назад как раз по теме зеленых насаждений, и там мы общались с исполкомом города Санта-Фе, это столица штата Нью-Мексико, и они провели инвентаризацию всех своих зеленых насаждений. Это город где-то, ну, 70-60 тысяч населения. Они провели благодаря подключению общественности. То есть они взяли приложение с открытым кодом, поставили на телефоны и обучили людей. И люди просто несколько лет, там, по-моему, 3 года у них заняла инвентаризация, они на карту наносили деревья в своем районе, то есть там, где они живут, учатся, работают, неважно. То есть это, как бы, вопрос зависит от концепции подхода местной власти к этому вопросу. То есть можно сделать и дешевле чуть-чуть. Вот. Пане Анохіну, можливо, зауваження на допомогу? Да, це все правильно. Я слышал о такой ідеї, но я, ну, не по штатам, я слышал о ней з Германії. Принцип був такий, що каждый житель, там был район, там городок брали, он проходил просто к дереву и через GPS передавал данные конкретного дерева, там, да, но там была одна проблематика, что не все могли сразу определить, что это за дерево. То есть конкретно, что оно находится здесь, там какой-то с GPS-переводом можно, а рост, вес, там, знаете, порода дерева, там, диаметр, это не смогли. Потом они немножко перестроились, это уже программа у них работает, по-моему, 8 лет, и, ну, успешно, и постепенно все обновляется. То есть они наносят на карту разными цветами, то есть можно карту открыть, там видно, которые аварийные деревья в том числе, да, чтобы можно было, к примеру, сбюджетировать, сразу посмотреть, вот у нас там 100 деревьев аварийных, на следующий год мы планируем их убрать, там надо определенное количество средств. Все, то есть мы уже понимаем, что мы уберем и что мы новое посадим. Да? То есть благодаря такому они тоже, местные, ну, городские власти руководятся такой программой, чтобы можно было там и сбалансировать бюджет в том числе. А уточніше, можливо, є приклади, коли автоматизація цього процесу, аерофотозйомка, спутники, чи таких прикладів немає? Ну, я об этом не слышал, в основному це все практично в ручному режимі. Ручний режим, зрозуміло. Ну, ти просто не можеш зі спутника посмотреть, определити за дерево, за крони просто, там може все що угодно бути. Зрозуміло. Дякую. Тепер, пане Анохін, ваше запитання до свого опонента. Ну, в принципе, у меня с Алексеем мы уже знакомы давно, и вопросов не сильно много. В принципе, только один у меня там вопрос, вот честно, Алексей, я листал твой Facebook и смотрел. Почему-то реально один негатив на работу коммунальных предприятий. Вот честно, вот я вот смотрю там, да, вот я не совсем согласен, что пишут
практически там общественные организации, либо даже иногда журналисты, да, потому что я все-таки сторонник коммунальной сферы, и я понимаю, когда я выхожу там в 7 утра, в 6 утра, выходят люди, убирают там снег, обрезают там деревья, то есть работу ведут, но почему-то это не замечается. Хотелось только одного, чтобы... Ну, у Алексея правильно есть замечание. В основном у него там, то, что касается нашей сферы, это деревья, фотокарандаши, как он любит их называть. Вот, это все правильно. Замечания у него есть, и хотя благодаря таким же замечаниям мы на предприятии ввели определенную школу образования, так называемую. Да? Мы привлекаем специалистов, которые обратно наших специалистов обучают правильной обрезке деревьев различной формы. Вот в этом году мы такой один из, скажем, семинаров провели для своих работников, для абсолютно, ну, своей сферы. Вот. А вопрос у меня один, почему один негатив, Алексей? Пишите о нас только доброе. Смотрите, вопрос очень понятный, и можно на него ответить. Когда случаются позитивные вещи, у каждого критерии позитива и негатива разные, это субъективное понятие. Когда случаются позитивные вещи, и все, например, запорожские СМИ писали плохо, это вот пример проведения массовых мероприятий и уборка за этими массовыми мероприятиями. Я говорил, что городские власти за последние там 3 года очень хорошо с этим справляются. То есть провели мероприятие на Радуге, да, там фестиваль еды, еще там какой-то фестиваль. На следующий день идеальная чистота. Но кто-то из СМИ местного приезжает, фотает в этот промежуток времени, там час-два после окончания мероприятия мусор, и скидывают в соцсети и разгоняют эту волну. Без проблем, мы пишем, я пишу, если какие-то позитивные вещи случаются, но я считаю, что конструктивная негативная критика, она более полезна, чем позитивная конструктивная критика, чем просто позитивная критика, да, потому что позитивная критика просто собирает лайки, а конструктивная критика вот позволяет вам действовать в каком-то ключе, сквозь зубы, вот там кто-то написал, скотина какая-то, плохой человек, но мы там что-то сделаем. Вот как бы это моя философия, поэтому как-то так. Пане Анохін, зауваження якесь? Ні, все нормально, да. Добре, а я уточню, пане Добряков, що мається на увазі позитивна критика? Ну, позитивная критика, которая опирается на какой-то опыт, который мы можем наблюдать в западных странах или в других городах нашей страны, который уже подтвержден несколькими там, участниками, общественными организациями, другими людьми, когда можно сформировать какое-то объективное, да, понимание проблемы и описать ее. Вот, зрозуміло. Дякую. Тепер, пане Добряков, ваше друге запитання до свого опонента. Вопрос касаемо, который меня волнует, касается вот этих вот однолетних растений. Да? Проблема следующая. Эти однолетние растения, то есть цветы, там, тюльпаны, неважно, их высаживают красиво, пытается коммунальное предприятие, город сделать красоту, но находятся люди, и они у нас есть, которые обрезают эти растения, забирают или себе домой, или на перепродажу эти растения идут. Следующее действие коммунального предприятия – это поставить вокруг этих растений забор и написать в файлике, что не надо трогать. Ну, это не работает. Люди опять лезут туда, обрезают. То есть, может, мы как-то перейдем к многолетним растениям, чтобы не провоцировать людей, которые хотят на этих цветах заработать или еще чего-то, их обрезать. Может, какие-то кустарники будем высаживать, которые красиво цветут, но коммерческой ценности для перепродажи не несут. Вот такой вопрос. Пане Анохіну. Соглашусь с этим всем. В принципе, смотрите. Что касается тюльпанов, это у нас луковичное растение, цветок так называемый, да, и он у нас многолетний. То есть он отцвел, он уже отцвел, но его обрезали, эту выкопали обратно луковицу и осенью обратно ее вкопали. То есть ее, ну, несколько раз ее можно использовать, да. А то, что мы осенью, к примеру, если мы касаемся клумб из тюльпанов, к сожалению, это вандализм, он есть. Самые первые цветы, которые у нас вырастают из земли по весне, это там тюльпан. Он первый у нас вылазит. Поэтому, к примеру, то, что в центре города мы там делаем из тюльпана возле Магара, возле обладминистрации, ну, в принципе, там не сильно таскает. То, что Алексей заметил, есть у нас парк Победы, и к праздникам 9 мая, 8 мая там высаживают, ну, они как раз вот
период там, с апреля месяца, там, конец апреля, мая, как раз захват период, когда там все это клумбы красивые, клумбы цветут. Вот. Но, к сожалению, обратно к вандализму, то, что когда вырастают цветы, люди им радуются, да, но срезают, воруют, обратно же у нас всегда получается, что конец апреля это там поминальные дни, все уносится на кладбище, либо продается возле кладбища, то есть, ну, полный такой дикий вандализм. Хотелось бы, ну, я всегда обращаюсь к жителям города на тематику того, что это все наше, вот, городское, все это высажено было для города, для гостей города, за наши с вами налоги, за налоги ну, всей полностью громады. То есть и относиться к этому надо правильно. То есть если вы замечаете, что там кто-то ворует, да, с клумб, то надо обращать внимание, там, вызывать полицию. То есть не стесняться, вызывать полицию. Уже много раз правоохранительные органы нам помогали, ловили хулиганов, которые выкапывали цветы и, ну, воровали это все. Якщо там все ж таки більше про однолітні рослини, однорічні ми. В основному у нас однолітні рослини – це цвіти. Це те, що от ми висаджуємо в маї, літом, к праздникам 9 мая, к Дню Незалежності, к Дню Конституції. У нас є клумби з цвітів, от максимально те, що у нас є із однолітників. В основному все, якщо ми говоримо про висадки взагалі, да, то зовсім, да, то з дерев'я, кустарники на сьогоднішній день – це все, ну, многолітнє. Тобто, чи варто, чи... А, добре, тоді уточнення від вас, пане Дмитро. Я просто буваю в многих городах Європи і часто віжу, от спеціально хожу по паркам і питаюсь знайти таку ж ситуацію, як у нас тут в Парку Победы. Да? В Берліні буквально місяць назад я знайшов посреди парка теж клумбу з забором, не таким високим, правда, ну, неважно. Вопрос в чем? Можно ли как бы уйти немного от этих растений, которые люди хотят срезать, ну, вандалы, да? Потому что мы не можем их всех переобучить, таких нет инструментов. Мы не можем в школах, опять в школу их загнать, или все не будут вызывать полицию часто. Можем просто уйти немного от этих растений, вместо них сажать нечто другое, ну, которое не провоцирует срезание и вандализм. Ну, срезание и вандализм провоцирует абсолютно все, Алексей. Смотри, здесь у нас выкапывают как и многолетники, так и однолетники. Ему без разницы, что тащить на дачу, либо к себе в кусты. Да? Вот мы высадили аллею роз, идеально, отлично, аллея роз, все. Так если заметить, то в каждый двор своего там, многоэтажа, да, пятиэтажки, там, да, люди повыкапывали себе, ну зачем оно на аллее, да? Я вот его возле подъезда посажу. То есть это уже есть определенный менталитет людей, которые просто вытащить, ну это, если это коммунально, значит это бесплатно. Но они думают о том, что то, что он заплатил налоги в городу, это с этих же денег какое-то идет озеленение. Процесс обновления клумб, он всегда идет. То есть мы смотрим на тем, что, как, и, конечно, мы меняем формат, не в том, может быть, объеме, как и хотелось, но меняем постоянный формат, что можно где высадить, что, обращаем внимание, что больше всего там, скажем так, крадут, да, эти вандалы. Вот. Но если мы будем подстраиваться под этот вандализм и перейдем на какой-то цветок, который, ну, никому не нужен, да, но и серость в городе будет. То есть с весны постоянно хочется, наоборот, больше красок. И вот эти однолетники, эти цветы и дают больше красок городу. У нас очень много термовазонов по городу повешено, да, которые интересные конструкции. Много цветников в городе есть, которые тоже, ну, украшают. Очень много людей, это им нравится, это вполне нормально. Но то, что нам надо всей громадой бороться с таким вандализмом и работать над этим, да, доказывать им о том, что это неправильно, и я думаю, что мы все-таки у нас будет результат, мы эту, ну, процедуру победим. Ну, тобто заради краси є сенс постійно боротися з вандалізмом чи Конечно. Оновлювати цю. Я в этом убежден, що ради этого надо работать над повністю всеми, над этим вандалізмом. Розуміло. Є ще якесь доповнення, пане Добряко? Добре, пане Анохін, все ж таки ви маєте право задати друге запитання своєму опоненту. Ну, второй вопрос. В принципі, то, наверное, у меня нет вопросов к Алексею, потому что большую часть того, что мы с ним общаемся, и те реально замечания, которые он делает, ну, оно все воспринимается нормально, мы их отрабатываем, то есть у меня нет вопросов. Можно я тогда задам вопрос? Два запитания от вас прозвучало. Пане Добряко, у меня до вас запитання, уточнюючи в контексті запитань вашого опонента. Лунало, що ви часто критикуєте комунальні підприємства, також говорять, що активісти часто критикують владу. Чи розглядали ви для себе можливість піти працювати на Зеленбуд або на
інше, там, державну посаду саме в місті, щоб не критикувати, а займатися змінами саме в озелененні чи з подібних питаннях? Ну, я свою місію віжу в стороннім наблюденні. То, о чем говорил Алексей, это нехватка там денежных средств, иногда на бюджет той или иной хорошей идеи, как бы сама себе говорит, то, что много денег там не заработаешь, как бы, в коммунальных предприятиях, да. Поэтому как бы моя часть работы – это публиковать ту информацию, которая у нас есть, те примеры хорошие, которые мы видим, и те примеры плохие, которые мы тоже видим. Так что... Дякую. А, можливо, ви маєте приклади, коли активіст перейшов на роботу саме в комунальне підприємство? Есть, конечно, отличный пример, это у всех на слуху, это Львов. Там, где... А в Запоріжжі? В Запоріжжі... Ну, я прямо сейчас так не вспомню, если честно. Если вы подскажете, я запитав. Нет, так. Не слышал. Ви спеціаліст в цьому. Добре, дякую. На цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Третя частина дебатів, під час якої я від імені редакторської групи задаю питання нашим учасникам. Питання до обох. З якого міста, на вашу думку, Запоріжжю варто брати приклад для озеленення і чому саме так? Пане Анохін, розпочинаємо з вас, будь ласка. Я би сказав так, що примірами можна брати з любих городів України, ті, хто нормально розвивається. Зараз в місті Києві відкривається і реконструюється дуже багато парків. Ми туди катаємося к колегам київському Зеленбуду. Там советуемся, как лучше что поступить, но всегда, ну, как бы все упирается, знаешь, в какое-то финансирование, да? Но я бы сказал, даже отойти от финансирования, лучше думать и не смотреть на кого-то со стороны, а развивать свое. У нас очень много есть потенциал, блестящий потенциал нашего города. Расположение вокруг река, и если грамотно к этому подойти, то можно сделать шикарные пешеходные аллеи, можно сделать шикарные парки разного направления, можно сделать шикарные, у нас вот есть вот и задумка хорошая на сегодняшний день, люди думают, там им представят этот проект по площади Запорожской, да, то есть открыть Днепрогэс, этот вид, который там открывается, да, скоро будет обратно же реконструкция парка Иланского, то есть, ну там в проекте это все идет, то есть у нас есть огромный потенциал, как бы не надо на кого-то там либо равняться, либо смотреть, у нас есть нормальный потенциал, что мы можем сделать самостоятельно. И также у нас в городе есть очень много специалистов, хороших специалистов, которые хотят вложить свои эмоции, руки в формирование вот зеленой зоны города. И общественные организации есть, которые постоянно там либо весной, либо осенью они обращаются, вот там есть там IT-компании, есть какие-то сообщества, которые хотят вот высадить там деревья. И они приходят и говорят, а где мы можем высадить там? Вот мы хотим от своей компании высадить 100 деревьев. И спрашивают, где мы их, вот, можем их высадить. То есть очень много людей, которые откликаются на то, что сделать город все лучше и краше. Как и, ну, в принципе, в других городах Украины и за рубежом. Зрозумів. Уточніть, будь ласка, парк Яланського, він буде відновлений? Ну, насколько я знаю, там еще очень много идет судебных сборов, ну, перипетий этих, поэтому я не владею никакой информацией, к сожалению, по парку Іланському. Зрозуміло. Дякую. Пане Добряков, яке місто, на вашу думку, можна взяти за приклад для Запоріжжя? Ну, і чому здесь я вот полностью согласен, то, что нет какого-то определенного примера. Каждый город уникален по-своему, и каждый город волен сам распоряжаться теми ресурсами, которые у него есть. Единственное, что я хотел бы, как бы добавить того, чтобы между жителями города и городской властью было больше коммуникации в контексте вот работы, например, опять же, с зелеными насаждениями. То есть, если какой-то дом, ОСББ, они хотят убрать свое аварийное дерево, они должны знать, четко понимать, кому обратиться и где им дадут эту помощь. Также по работе с этими зелеными насаждениями. Обычно происходит так, что они вызывают по объявлению в OLX каких-то дядь с бензопилами, те приезжают и срезают все лишнее, что на дереве есть. И дровами забирают, то есть они им не платят вообще. И дровами забирают, это их, есть их заработок. Плохо, что не ведется вот этой вот коммуникации
что так делать нельзя. То есть многие жители почему-то думают, что такая обрезка это нормально. Вот реально, многие мне пишут, там, что вот, там через год оно отрастет. Я прихожу через год, фотографирую это дерево, там ничего не выросло. Зрозуміло, але місто приклад для Запоріжжя, як такого немає. Не існує. Не існує. Зрозуміло, дякую. Пане Анохін, а запитання про дійсно обрізку дерев, куди зараз вивозиться деревина, яка обрізається, викидається, якось перероблюється, що з нею відбувається, коли її спиляли? Ну, смотрите, что касается нашего предприятия, есть две такие программы. То, что подписано было исполкомом, ветка, которая после обрезки и удаления остается, она вся вывозится на теплосеть. Вот, там есть у нас припись такой, что большая часть вывозится туда. То, что непригодная, там, либо корневая система, либо непригодная, это все, конечно, вывозится на свалку. Та древесина, которая остается обратно, у нас есть обращение депутатов, обращение малообеспеченных, то есть через горсполком, да, то есть оно развозится, есть письма обращения граждан, в основном это все малообеспеченные люди, то ли пенсионеры, атошники, многодетные семьи, ветераны, то есть у кого есть печное отопление, вот оно заводится по вот этим всем письмам. Райадміністрації обращаются, к райадміністраціям приходят эти люди, к ним же на прием, то ли к депутату, к райадміністрації, и пишут письмо, просим вас помочь там в неоплатной там, по поводу древесины. И вот эти письма приходят на предприятие. И, к примеру, если мы делаем там в том или ином районе, выполняем эти работы, и у нас, к примеру, там, в Александровском районе выполняем работы, и у нас есть письма от Александровского райадминистрации по завозу дров, мы выполняем, все это включено, выполняем эти работы, там, завозим эти дрова там малообеспеченные. А скажите, а с деревами, залишками дерев, які ви відвозите до тепломереж, що з ними відбувається там? Как по программе, они ее вроде передрабливают на щепот, что дальше с ней делать, не знаю. Насколько мне известно, у нас же вроде Шевченковская там теплосеть, у нее там есть твердотопливный котел, которым они отапливают. Это уже больше к ним технологическим їхнім процесам, я тут не владею інформацією. Да, зараз. І уточніть, а про яку кількість йдеться в тоннах, наприклад, скільки вивозиться там громадянам чи тепломережам щороку? Приблизний порядок цифр. Зараз не можу сказати таку цифру. Сотні тонн, тисячі тонн, десять тонн? Это не сотні тонн, если мы говорим, абсолютно. В основному это все в кубах, а не в тоннах. Я не владею сейчас цифрами, чтобы быстро сказать. Не сказать, что это много, не мало, но максимально, кто обращается, мы максимально пытаемся всем помочь. Как правило, всегда писем больше, чем самих деревьев. Разумело. Дякую. Пане Добряков, вы мало якось допомогли. Да, а можно ли эту щепу использовать под деревьями, вкладывая на почву, чтобы влага не испарялась так быстро, как после полива? Определенные породы можно. К сожалению, больше древесины, которые это есть проблематика. Ту древесину, если так вот в этом прийти, это когда делается щепа, ее, если термообработкой, после термообработки есть специальный барабан, после термообработки ее можно в дальнейшем использовать. Это в плане того, что ее покрасить и также ее продают, да, либо обратно использовать ее после сушки, использовать для уплотнения грунта под определенные породы деревьев. Вот. У нас в данный момент такого барабана нету, и просто в деревьях, все болезни, которые есть в дереве, скажем так, мы передробили, да, и раскидываем, подкидываем под другие деревья. То есть во избежание этого мы не делаем. У нас есть, когда мы разбираем новогоднюю елку, мы передрабливаем этого, это мы обратно делаем под хвою, потому что хвоя только к хвое подходит, она там из-за кислотности почвы и все такое. Хвойные породы мы так себе делаем, а с лиственными породами мы не играемся, потому что очень много вредителей, которые, с одного дерева на другое перебегают, и еще подкинуть туда лишнего заразы не хватало бы. Разумею. Маєте зауваження ще? Пане Анохін, у мене ще таке питання. Чи є сенс якось залишки рослин, які ви сказали, що вивозиться на смітник, там компостувати для отримання добрив, чи якось ще їх переробляти? Є сенс, чи можливо є якісь думки в цьому плані, якісь кроки? Смотрите, на полігон много вивозиться листової. Там, то, що дерев'я, для цього все треба определенної технології і площадя. Чим, к примеру, як комунальне підприємство, ми не владеємо ніякими там определенними територіями і новими тенденціями там розвитку по биогазу, либо еще что-то там можно там, добрива с него делать. У нас таких технологий, к сожалению, нет. Но
Если будут какие-то предложения, ну, мы эти варианты все рассмотрим. То есть это очень интересно. Но, к сожалению, пока ни вариантов, ни предложений, ни от кого не было. И как на сегодняшний день оно есть, так оно есть. Зрозуміло. Дякую. Можливо, є зауваження? Ні. Пане Добряков, підкажіть, чи є якісь у вас міркування стосовно зміни рослин, саме багаторічних дерев, які висаджують в місті Запоріжжя, в контексті екології міста Запоріжжя? Можливо, варто щось змінити? Чи якісь рослини, якісь дерева більш приспособлені саме для екологічного захисту? І як реагувати на це? Ну, я не спеціаліст по озеленению, це треба мати відповідальне образування, щоб це коментувати, тому я не буду. Дякую. Пане Анохін, а до вас те ж саме запитання, чи є сенс якісь дерева змінювати, чи можливо з огляду там, на екологічний стан міста це якось змінилося, рослини, які висаджують в місті Запоріжжі там, 50 років назад, наприклад, і зараз акценти змінилися, тоді висаджували і зараз? Ну, в принципі, акцент вже у нас і змінився, якщо ми в прошлом, скажімо так, 50-ті, да, там высаживались большую часть быстрорастущие деревья, те, которые на сегодняшний день всем уже надоели, это тополя. Вот. Но в принципе то, что обратно, мы живем в степной зоне. Да, то есть надо отходить не от того, что кому нравится, а то, что реально географически растет на нашей территории и может нормально прижиться. То есть исходить из этих данных биологических, а не то, что кому там нравится. Ну, мне тоже пальмы нравятся, но они у нас, к сожалению, не приживаются. Вот. Поэтому выбор зеленых растений, там, деревьев, где, как, куда, это все согласно того, что мы берем ту локацию, где мы хотим посадить тот парк, и конкретно в этом парке выбирается, что туда дополнить. Зрозуміло, дякую. Пане Добряков, в інтернеті часто лунають дискусії стосовно реконструкції скверів міста Запоріжжя. Одна з останніх – це сквер Театральний, де велика частина території викладена бруківкою. Водночас думки розділяються, хтось комусь це подобається, комусь навпаки це не подобається, і вони зауважують, що доречно було б зробити більше зелених зон. Яка ваша думка стосовно цього питання? Практично, що більш корисно, доцільно для міста? Саме формат, де більше доріжок з бруківки, чи більше площі з бруківки, чи висадити все дерева? Понятно. Смотрите, ну, ті, хто висказується за или проти, це суб'єктивне мнение. То, що я зараз скажу від себе, це теж буде моє суб'єктивне мнение, ніяк не взаємодіюче з реальністю. То, що треба було зробити по скверу Театральному, це написати концепцію і зібрати общественне мнение. Провести слушание, то есть опросить людей, которые живут или которые приезжают в этот сквер, или которые хотели бы приезжать в этот сквер, и спросить их, чего они хотят, просто банальным опытыванием, да, и потом на слушаниях это еще обговорить. В результате написанное техническое задание по результату, да, оно бы исключало как бы вопросы таких вот субъективных товарищей типа меня, да, я бы уже ничего не мог сказать по поводу этого сквера, потому что процедура подготовки к реконструкции этого сквера была проведена правильно, да. Яркий пример это у нас, что у нас, площадь возле Запорожья-1, да, там были, проводились и концепцию писали, и громадские слухания проводились какие-то. Ну, пока там до проекта дело не дошло, насколько я понимаю, но вот эта первая часть процедуры, она была сделана правильно относительно. То же самое можно было сделать по этому парку, то же самое пытались сделать по Дубовке, то есть там тоже собиралось какое-то общественное мнение. Но, опять же, все зависит от того, кем пишутся вопросы для этого опытывания. То есть я помню смешное по Дубовке, там писали, что вам больше нравится, турники или скворечники? Вот какие-то такие вопросы были странные. То есть важно написать, прописать правильно эту концепцию, от этого многое зависит, то, что попадет в техзадание, и реакция общества на эту реконструкцию будет тоже соответствующая. Зрозуміло, дякую. Пан Анохін, запитання до вас. Ви самі згадували, що ви як фактично йдете на тендер, отримуєте замовлення, виконуєте роботи. Водночас, нещодавно там міський департамент замовив послуги гідропосіву приватній фірмі, здається, з Дніпра, і Зеленбуд на субпідряді в цій фірмі. Чому так стається? Тобто ви не прийшли самі на тендер цей, а виступили субпідрядником у приватної фірми? Ну, є определені процеси, де ми, у нас є загрузка определеної роботи. Да? И где мы, ну, можем, и определенно по этим всем тендерам, где мы можем участвовать, мы успеваем участвовать, где мы не успеваем участвовать.
И в данный момент здесь предприятие, которое сделало более интересную свою коммерческую предложение. Вот. Поэтому это ж абсолютно. Тендер, он зависит от того, что кто сделает более выгодное предложение, тот и будет участвовать, побеждает. Але мається на увазі, що ви взагалі не заявлялись на той тендер. Але фактично це ваша сфера діяльності. Наша сфера діяльності, но обратно же я ж говорю, що у нас не було определенних, не было определенных тенденций того, чтобы выходить туда первым номером. И все. Мы настолько загружены сейчас работой, вот именно максимально, да, что в этот период большую часть работы, которая выполняет там предприятие, оно выполняет самостоятельно. То есть, если мы будем говорить о весь комплексе всего, скажем так, комплекса работ, там же убрать надо грунт, там подготовить этот грунт, завести новый грунт, и только потом гидропосев. Да? Угу. То есть, но вот это весь комплекс, у нас нет времени, скажем так. Предприятие с таким предложением о том, что они забрали там весь свой комплекс работы, а у нас остается такой небольшой, то, что мы можем себе позволить в плане оперативности своей деятельности работы. Зрозуміло. А скажіть, в тому ж тендері ви, зокрема, передаєте свою техніку, свою техніку виконуєте роботи. А як часто ви можете передавати свою техніку в користування, зрозуміло, що на комерційних засадах, в користування приватних фірм, наприклад, виконання їми вже якихось тендерів? Ми техніку свою нікому не віддаємо, ми виконуємо услуги, у нас заказують услугу. Тобто ми купили техніку, ми кому-то дали. Такого у нас нет. Ми виконуємо услуги. Тобто у нас заказують комерційні організації, заказують услугу. Там, по тому же гидропосеву, по дробилку пней, по переработці пней, по вивозу там, мусора. Це все услуга. Зрозуміло. Дякую. І останнє запитання до вас, пане Анохін. Підкажіть, чому на центральній частині Запоріжжя також досить жалюгідне стан дерев? І що Зеленбуд робить з цим? І як це виправити, що це йдеться саме про центральну частину міста Запоріжжя, і там все рівно трапляються випадки, коли дерева, або навіть тенденції, що вони можуть падати на якусь техніку, комунальну в тому числі. Смотрите, то, що касається центральної частини міста, в кожному періоді часу, в кожному районі міста, якщо ми навіть беремо проспект Соборний, да, висаджують дерева не в один період часу, тобто там, по годам і по там, срокам. Поэтому на сегодняшний день максимально то, что мы выполняем, это обрезку деревьев по городу, удаляем аварийные деревья и также досаживаем новые деревья. Если мы, например, берем центральную часть, это проспект Соборный. Вот сейчас у нас идет работа по подсадке новых выпавших уже лип, там где свободные места, мы досаживаем эти деревья. То есть работа ведется постоянно. Зимний период мы обрезаем весь сухостой, обрезаем полностью... формируем, там есть определенные участки, где мы даже формируем деревья, это в основном липу в двух районах города, а так в основном по всему проспекту ведется работа. Зрозуміло, дякую. На цьому ми завершимо третю частину наших дебатів. Підбиваємо підсумки, з чим наші гості згодні зі своїми опонентами, з чим не згодні, або ж хтось когось переконав. Будь ласка, пане Добряков, маєте одну хвилину максимально. Ваші підсумки цієї дискусії. Я услышал частично некоторую новую для меня информацию о капельном поливе, например, о том, что идут разговоры, это уже хорошо, о том, чтобы сделать инвентаризацию зеленых насаждений в городе Запорожье. Это для меня положительный знак. И в остальном надо работать совместными усилиями, продвигать, делать наш город лучше. Все. Дякую, пане Анохін. Вам максимум одна хвилина, будь ласка. Вполне там в конструктиві рождається істина, поэтому то, що ми сьогодні обсудили, подчеркнути одною чертою, надо работать. Надо работать, кажется, со своей стороны. Поэтому тогда у нас будет и город-сад, зелёная країна. Поэтому и от себя хочу всех пригласить. У нас будет завтра в городе открываться экофорум ежегодный, международный. Поэтому приходите, посмотрите выставочный, полностью все мероприятие. Там очень много будет предприятий. И также увидите выставочный стенд Зеленбуда. Всех приглашаю. Дякую. Я нагадаю телеглядачам, що сьогодні ми обговорювали плюси та мінуси в озелененні міста Запоріжжя. Нашими гостями були Олексій Анохін, директор комунального підприємства «Зеленбуд», та Олексій Добряков, активіст, блогер, підприємець. До зустрічі наступного вівторка.